цвет, это все. Если цвет правильный, форма правильная. Цвет – это вибрация, как музыка. Все вибрация. Марк Захарович Шагал жил от 1887 года до 1985 года. Он был один из самых значительных творцов художника 20 века. Творчество Марка Шагала – это мир удивительно самобытный и совершенно волшебный. Это мир его раннего детства и мир его безграничной мечты. Я хочу обратить ваше внимание на символы в творчестве Марка Шагала. Корова. Он использует корову как символ хорошей жизни. И то, что относится к корове. Молоко, мясо, кожа и рога. Также деревья являются символами жизни. Он часто использует фигуру, играющую на скрипке. В его родном городе Витебске эти музыканты сопровождали праздники как рождения и свадьбы, так же как траурные явления. В творчестве Шагала, сына еврейского народа, глубоко любящего свой родной город и атмосферу своих близких и атмосферу жизни, можно увидеть такие символы, как два подсвечника шабата или подсвечника с семью свечами. И соответственно жизнь еврейских святых. В картинах Шагала существует прямая связь между его реальной жизнью и миром его творчества.